Такой Шенген нам не нужен. Задержан директор одного из визовых центров. У следователей есть веские основания предполагать, фирма оказывала нелегальные услуги в подготовке документов по оформлению виз. На этих кадрах оперативники вскрывают офис турфирмы практически в центре столицы. Тут же с поличным задержаны директор и работники центра. В офисе оперативники нашли сотни штампов юридических лиц, банков, частных организаций, а также станок для изготовления таких печатей. Кроме того, изъято около 1000 готовых пакетов документов, в том числе паспорта белорусов, украинцев, трудовые книжки, а также свыше 300 тысяч долларов. В связи с участившимися террористическими актами в Европе поставлен акцент на обеспечение общественной безопасности в период проведения рождественских, новогодних праздников. В ходе проведения мероприятий был задержан 34-летний директор туристической фирмы. Туристическое агентство брало на себя обязательства по оформлению всего пакета документов, изготовления, подделка печатей, всего для оформления шенгенских виз и карт поляков. Полностью изготавливались справки о наличии финансовых средств на счетах для предоставления в посольство, о месте работы. В паспортах проставлялись липовые штампы о регистрации. То есть даже в случае, если гражданин иностранного останавливал для проверки документов, открывался паспорт, там стоял, естественно, штамп любого Минского района, любой области, либо города Минска. Центр 3 года готовил документы для шенгенских виз, вне зависимости от того, имеет ли право гражданин Беларуси на посещение Европы. Услугами фирмы, как считает следствие, пользовались в том числе и организаторы незаконных каналов миграции. В отношении директора возбуждены уголовные дела за подделку документов и организацию незаконной миграции.